Всем привет. Со мной. Да, всем привет. Меня зовут Маша. Я из города Лиды. Мне 34 года. Я занималась вообще как бы последние годы маникюром, то есть маникюрными услугами. С детства я люблю и петь, и танцевать. Дед у меня артист оперы и балета, 12 лет он протанцевал здесь, в Минске. У меня всегда в мыслях танцующие человечки. То есть танец, он у меня рисуется в голове, когда музыка звучит. Я считаю себя, ну, отчасти чуть-чуть странной. Наверное, да. Мужчины говорят, что я не с этой планеты. Уже за плечами у меня есть личная жизнь, скажем, она состоявшаяся, не совсем все так, как хотелось бы. Всегда жила ради семьи, всегда жертвовала, всегда ради близкого, всегда последнюю, как говорят, с морозилки ножку курицы я достаю для гостей, понимаете, а для себя как-то всегда я чуть-чуть себя отодвигала в сторону. И все привыкли, что как бы, ну вот, Машка, Машка. А я в какой-то момент поняла, что, ну, Машка, она как бы не хуже других, что пора как бы реализовать свои таланты. Здравствуйте. Добрый. Марина, мы обожаем, когда красивая женщина с прекрасными формами выходит в красном платье. Замечательно. Это предвосхищает яркое выступление. Что вы будете петь? Я спою песни Любови Успенской к единственному нежному. Единственному нежному. Это замечательная песня. Это, да, это сложная песня. Надрывная. Да. Поддерживаем аплодисментами. Давайте. Серьезно? Она все поет. Почти падение с обрывом к единственному нежному. Бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя. Вообще абсолютно на своей волне, абсолютно на своей волне. Не завораживает, если честно. Она не завораживает. Завораживает? Нет. Все по-прежнему. Вот, ой, Мария, дорогая, вы были нигде, и вы были везде, вот понимаете? Так ненавязчиво. Это загадка, вот это X-фактор, это X-фактор. Правда, это здорово. Вы женщина-загадка, я говорю вам да. Я до конца еще не осознал ваш феномен, не осознал.
Я люблю эту песню, но здесь оно просто не качнуло меня. Должен был я содрогнуться, должен был я всплакнуть, должен был что-то почувствовать, затасковать. Все, потому что песня шикарная. Однако вам не удалось ее так исполнить, поэтому никаких шансов не вижу для вас. Я говорю вам нет. Конечно же, я покорен вашим выступлением. А ты покорен? Прочтением песни Любови Успенской. Но боюсь, что не хватит у меня сил разгадать эту вашу загадку. Не хватит. Поэтому мой ответ нет. Успехов вам. Вы напоминаете мне немножко Зачарованных, а я человек земной, глобально. Поэтому, Мария, нет. Да, спасибо. Мария, вы космос. Вот что я вам хочу сказать. Вы настоящий космос. Вас никто никогда не разгадает. И не надо. Останьтесь этой тайной. И желаю вам удачи. Дайте вас. Спасибо.